Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Катя. Катерина, а вы откуда? Я из Ульяновска, с Нижней. Ага. Вчера в нашей клинике вы сделали коррекцию зрения. Да, вчера сделала коррекцию зрения. Волновались? Очень волновалась, очень переживала, потому что все-таки это глаза. Самый важный орган, наверное, человека. Так больно было? Нет, было абсолютно не больно, и после операции было не больно. Очень жаль, что не сделал, наверное, это ранее. Сейчас вижу хорошо, и все прекрасно. Вы уже были у доктора, да? Что он сказал? Какое зрение у вас на сегодняшний момент? Отлично. Единичка? Я сама это чувствую, что нет, прям хорошее. Ну, прям 100%? Да. Супер. А до этого было? Минус 3,25 на одном глазу, на другом 2,75. А давно у вас зрение испортилось? С 5 класса, наверное, где-то оно у меня ухудшается, ухудшается. То есть вы уже и не помните, как это было своими глазами все смотреть? Вообще не помню. Ну и как ощущения? Ну, мне кажется, как вот новый взгляд, потому что начинаешь видеть листочки, надписи, это все по-другому. Мою щетину. Вашу щетину, да, каждый волосок. Отлично. Будете когда-нибудь нашу клинику еще? Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.